Зустрітися з вами нашою новою ідеєю. Зазвичай 24 серпня, на День Незалежності України, у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Мені здається, що цього року замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим. І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим. Це солдати строкової служби, це курсанти, сержанти, офіцери, всі. І обов'язково військові, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Але чествувати наших героїв ми будемо, святкувати День Незалежності теж будемо. Але буде новий формат. І от яке письмо написав воєнний з України, молодой лейтенант, защищавший эту страну. Я даже не знаю, как к тебе обратиться. Президент Украины? Нормально, да? Но даже мой кот Марик уже знает, что президенты только на бумаге. Номинальный такой себе президентик в мятой рубашке и с безумными блуждающими по потолку глазами. Уровень шаурмы поесть и по фонтанам побегать. Может быть, верховный главнокомандующий? Угу, де юра. А де факто? После того, как ты прогулял войну, кстати, мой кот, да-да, тот самый Марик, провел со мной на фронте ровно на 180 дней больше, чем ты. И для него гиацинт и гладиолус – это не одно и то же. После этого он не прячется от фейерверков. А еще у нас был пес по кличке Фриц. Он погиб под обстрелом. Короче, слушай сюда, чувак в мятой рубашке с булавой, которую тебе дали временно подержать. Скажи нам всем, тебя сейчас слушают сотни тысяч бойцов. Чем армия заслужила такого твоего унизительного отношения к себе? Знаешь, Володя, ведь именно эти парни ежесекундно рисковали жизнью, чтобы ты вкусно ел и сладко спал в перерывах между боями на полях богемной жизни. Ну а если по-простому, то они прикрывали твою жопу и задницы твоего квартала уклонистов в тот момент, когда вы сообща ноги вытирали об Украину и киношку снимали для россиян. А теперь ты решил отменить ежегодный парад, кинув взамен каждому из нас кость? Ты, Володенька, действительно считаешь, что все в этой жизни продается и покупается? И вот в твоей личной системе финансов солдатская честь стоит ровно столько, 1000 гривен? Богомолец с тобой. Но тогда у всех нас возникает резонный вопрос. А сколько стоишь ты? Парад мы проведем и без сопливых. Для нас это дело чести и дань памяти перед погибшими побратимами. А ты можешь пока шаурмы пожрать, могу оплатить тебе 5 порций или даже 7. С презрением к тебе, ничтожество мурчащее. Лейтенант ВСУ Алексей Петров, участник войны с Россией, первая волна мобилизации. Завтра День Незалежності, и тут відбудеться парад. Пройдуть колони техники і людей, таких як ти і як я. Це нам потрібно, бо це наша єдність, щільність наших рядів, то відчуття майбутньої перемоги. І нам потрібен цей парад. Але якщо тебе це все вибішує, наша війна, ми, Україна, якщо все, що ти можеш, це скриготати зубами, скиглити і лити лайно. Ось вокзал. Купуй квіток і піди геть. Бо ти країни поплутав. А у нас все буде Україна. З Днем Незалежності. Слава Україні!